Всем приветики, это будет новое видео. Так, я тут решила, что раз уж мы отдохнули, все дела, можно уже и заняться садомазом. Садомаза я называю, знаете что? Вот что, вакуумный массаж. У меня есть вакуумный массажер, для тех, кто не в курсе. Но все равно, нет, все здесь вставлено. Тут такая прокладочка, вставляешь. Я делаю на маленькой, потому что большая так всасывает, что это боль невыносимая. Вот. И я подумала, у меня все время после него синяки просто огроменные. И поэтому я подумала, что, в принципе, у желяшки мои никто не видит. Можно и сделать их синими. Но что-то тут непонятное. Как-то он заряжается. Видите, мигает. Такого не было. Он так не должен так делать. И я не могу с ним ничего сделать. Я не знаю, почему так. Не знаю, почему. Я надеюсь, он не сломался, да? Потому что будет обидно. Но он не горит. Не работает. Походу, он сломался, блин. Не-а. Так. Или можно вот так вставить. Сейчас попробую разобраться. Не. Или он полностью настолько сел, что он, я не знаю, что он перестал работать. Ладно, пускай я сейчас его пока просто ставлю подзарядиться. По идее, здесь больше ничего не надо. Масло и вперед. И как говорится это. Опа, опа. Нет, что-то тут выставляется, значит. Я вот сейчас понажимала уровни. Горели только зеленые. Что, Сереж? А тебе ты что, стираться поставила? Да. Красивки. Вот они, полностью я их постирала, потому что они были грязнющие просто. Завтра поедем тебе за кроссовками. И брюки надо в школу найти. Брюки нам не подошли. О, боже, что мне делать? Что происходит? Так, вот теперь две точки. По идее, мне не нужна вообще красная, не нужна. Но мне нужно три зеленых, по-моему, или две. Что делать, а? По-моему, он сломался, блин. Ладно, пока пускай так стоит. Сейчас зарядится, посмотрим. Будет обидно, конечно, обидно. Я так долго готовилась к тому, чтобы его делать. И он сломался, это будет жестко. Ну вот и все, ну вот и все. Андрей сказал, что можно выкинуть. Что им там пользовался-то вообще, не знаю. Раз 6-7, да? Чуть-чуть совсем. Не работает он. Офигенно, блин. Офигенно. Выкидываем, значит, что. Я вот думаю, насадочки вот эти выкидыватели оставить. А нафига они нужны без него, да? До свидания, как говорится. Вообще, конечно, обидно, когда ты почти им не пользовался, да? Я такая думала, сейчас по массажу. Блин, я себе, наверное, тогда другой закажу. Ну, не вакуумный точно. Вакуумный я больше не буду заказывать, я поняла, это не мое. Садомаза это не мое. Я себе закажу с иголками. Я сейчас покушала свой любимый творог с ягодами. Да, наверное, закажу себе иголки. Точно. Всем приветики. Мы уже собрались, оделись. И сейчас с Серегой выдвигаемся. Сереже нужно купить к 1 сентября новый рюкзак. Брюки. Бутсы он хочет. Потому что футбол гоняет. На улице уже 24 градуса. Великолепная сегодня погодка. Так, надо мусор взять. А потом ему еще нужны кроссовки, потому что он, играя в футбол, уже расхайдакал все кроссовки. Просто в холодильник. Все две пары. Ну, у него три, но две ему уже хана. Все. Вот. Ну, и там что, я не знаю еще, что мы там увидим. Так что едем в центр. Поедем в центр. Зайдем, может быть, зайдем на рыночек. Может быть, что-нибудь вкусненького купим. Живой? Если он есть, купим. Хорошо. Берем вас с собой, конечно же, дорогие. Сели мы с Серегой не в тот автобус. Сейчас же вот это у нас во всем городе поменяли название, цифры автобусов, везде, да? Вообще. Везде, думаешь? Ну ладно. Поменяли все цифры, мы думаем, интересно, доедем или нет. Там написано станция железнодорожная. Ну, мы сели. Короче, мы тут по всем дворам можем проехаться. Все никак не доедем, да, Сереж? И дождь начался. А я зонт не брала. Сереж, нам надо перейти дорогу. Пошли. Не тупи только, пожалуйста. Давай. А то нас где-нибудь задавят здесь. Задавят?
Это наша автостанция. Мы приехали на автостанцию. Я просто посмотрела, снимаю я или нет. Ой, пойдем вот в эту аптеку, зайдем быстренько, я кое-что спрошу, хорошо? Что я тут увидела, смотрите, магазин. Вон телефон. Да это мне не нужно. Русские корни, магазин трав. М? Прикольно же? Надо будет потом обязательно зайти. Пойдем, ладно, пойдем сразу к той женщине, в первую очередь. В первую очередь нам нужно найти самое... Так, нет. Мы сначала идем к той женщине. Потому что самое сложное, что нам надо купить, это Сереже брюки. Нет, самое сложное. У него большие ляжечки и попа. И поэтому с брюками явно будут проблемы. Я уже просто предчувствую это. Сергей говорит, а если мы не сможем купить? Я говорю, значит, нам надо будет купить где-то ткань, пойти к швее, блин, в ателье, и будут шить, что делать. Значит, будем как-то так выходить из этого положения. А вон еще аптека, пойдем в аптеку зайдем. Ну нет. Ну да, Сережа, ну да. Вау, сейчас гром гремел. Гром гремел, черные тучи, мы приехали вовремя, без зонтов. Да? Вообще великолепно. Так, вот здесь палатка есть, кофе. Я хочу посмотреть, здесь есть холодный кофе. Если есть... О, а мне тогда хот-дог. Какой хот-дог? Здесь кофе. Господи. Нет, сейчас мы ничего покупать не будем. Я просто хочу посмотреть. Сейчас я посмотрю. Так, лимонад. Есть мохито, тархун. Так, американо экспрессо. Лайт, хани, бум. Айс кофе есть. 180 рублей самый большой. 110 маленький, средний 150. Айс-кофе экспрессо. Здесь, кстати, кадатский. 210. С молоком, ванильный. Милкшейк здесь есть, милкшейки. 170 рублей. Нормально, недорого. Угу. Ладно, пойдем. Сало. Сало. Чурчело там в углу, уж помнишь? Так, мы идем через рынок. А здесь вот, кстати, очень вкусная ряженка домашняя. Потом обязательно куплю. Доброе утро. Вот. День, вернее. 180 рублев или 200 с чем-то, не помню. Что-то там цены меняются так, что я их не успеваю запоминать. Только запомнил, уже поменялись. По-моему, женщина наша здесь где-то, да? Мы ищем нашу женщину. Вот она. Вот она, наша женщина. Это папина дорогая. Да, 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 вот. По-моему, вот это же, да, наша палатка? Да я не знаю. Что-то тут тоже все как-то изменилось, нет? Перемерили мы кучу брюк, и ничего не подошло. Давай, иди. Мы уже договорились, на следующей неделе, в субботу или воскресенье, нам подвезут побольше размер. Так что должны влезть. Они тебе будут длинные, капец, нам еще придется подшивать их. Ну ладно, это уже не так страшно, лишь бы привезли брюки. Вот эти брюки очень хорошие. Я покупала такие Илюши. Он в них чуть ли не 3 года ходил. Вот эти синие, помнишь? Его любимые. Вот. Это мы у этой женщины покупали. Они вообще им сносу нет. Стоит... Здесь? Да, да. Мы здесь покупали. У этой женщины я Илюшу покупала. Он у них 3 года ходил и даже больше. Поэтому здесь они... оно того стоит. Они стоят 3500. Но они стоят все эти 3500. Кофейня. Прикиньте, прям при входе в Юнион это? Эдельвейс. Это Эдельвейс, да. Вот как раз потом можно зайти. Может, здесь и хот-доги есть, да? Тогда сядем, нас за столик нормально посидим, да? Я попью кофе, а ты покушаешь хот-дог. Окей, давай. Давай только сначала дела сделаем. Так, какие у нас дела? Купить мне будет. Иди в баню, нам надо еще обувь тебе купить хотя бы. С тобой шопинг, конечно, такой себе. Ничего не подходит, ничего не оденешь. Какой-то тут магазинчик. Колбасы, деликатесы. Они переехали сюда, что ли? А что тут у нас за круглый стол? Круглый рыцарский стол. Я хочу посмотреть, что это за колбасы. Я такого не видела. Окраина какая-то. Колбасы, деликатесы, полуфабрикаты. Полуфабрикаты, это, наверное, типа пельмени там всякое разное, да? Стрипсы. Где? А, вот это стрипсы, да. 936 рублей. Наггетсы 589. Ну, вы видите цены, да? Много. Это за килограмм, Сереж. Здесь, наверное, нет килограмма. Думаешь? Здрасте. Ну, прикольно, прикольно. А вы здесь недавно, да? Или давно? Да? Что-то я вас...
А, да? А я только увидела, думаю, ничего себе. А? А, вот так, аптека, пошли в аптеку. Не знаю, видишь, говорят, что уже давно здесь. Я что-то вообще их не видела. Да мы просто 5 лет назад уже. Мы так часто бываем, да? Что для нас все случилось чудо, и мы нашли настойку перечной мяты. Немножко другая упаковка, но, в принципе, уже пофиг. Это она. Я же вижу, я же читать умею. Мы прошли все аптеки, чтобы вы понимали, я заходила в каждую. Только в этой аптеке, которая... Где это он? Эдельвейс, вот. В аптеке в Эдельвейс на первом этаже рядом с магазином «Окраина», который скоро уже уходит. «Финфлёр», вот, соседний магазин. «Золотой престиж» или что там, приз какой-то. Все, ладно, погнали дальше. О, шмоток мы не купили, поехали на шопинг. Шмоток не купили, зато мы купили настойку перечной мяты. Отлично. Да. Не, мне вот этот круглый стол нравится, вообще прикольно. Смотрите, какие кроссовки. Блин, фонарь вот этот светит. О, я так прочитала, это Balenciaga. Я не знаю, это правда или нет. Интересно, сколько они стоят. Очень красивые. Остин. Остин. Почему? А, потому что боишься, что ты здесь не найдешь? Посмотрим. Давай здесь что-нибудь посмотрим. Так. Я имею в виду по брюкам. Я все брюки пытаюсь тебе найти, но это джинсы, понятно. А джинсы нельзя в школу. Купили мы, Сергей, брюки. Брюки в Остине, представляете? Я вам потом дома покажу. Это вообще атас, со скидкой. Но они были единственные, которые подошли. И вы не представляете, как мне было сложно. Это женская, нет? А, вот женская, вот это мужская. Давай, заходим. И смотри себе кроссовки. Вы не представляете, сколько мне нервов стоило, чтобы купить Сергея брюки. Это вообще капец. Он сначала уперся своими рогами и не хотел вообще раздеваться. Потом он говорит, я вообще не хочу, они мне не нравятся. Это ужас. Это ужас. Сейчас мы в Зендон зашли. Что-то не понимаю, что здесь женское делать. Если мы зашли в мужское. Что? Кеды? Это кеды. Нет? Нет. Или я ошибаюсь? Просто это большой размер. Они все цветастые. Подо что ты их оденешь? Не знаю. Ну вот надо же как-то это. Вот полянка. Мишки. Или вот такие тоже. У тебя вот такие уже есть со звездой. Вот такие? Да, вот эти еще ничего. Сколько они стоят? Какие размеры? Посмотри, вытаскивай ценник. 36. Нет, размер. Это 36, а сколько их всего? По какой? 3000. Да я не об этом. Что? Переверни, пожалуйста, ценник. С какие размеры? Стой. До 40-го, окей. Тебе подойдет. И они как раз с сеточкой. Это кожаная, у тебя ноги потеть будут. Хотя сейчас уже к осени ближе. Просто ты опять выбираешь белую обувь, да? Смотри, вот такие как-то. Прям хорошо. И подошва хорошая. Прорезиненная. Это резина? 4000 стоит. 38 размер. 38 тебе не нужен. И 38. Подожди. Ой, да, только 38 остался, это последний. А вот красненький, нет? Смотри, здесь бегать. Зато смотри. Тебе вот такие не нравятся? Смотри, здесь не надо завязывать. Смотри, здесь как. Угу, я поняла, затягивать. Прикольно. А красненькие вот эти тебе не нравятся? 2500. Блин, ну конечно. Как же тебе понравится? Они же 2500 стоят, да? И размер твой есть, кстати. Не? Это женский, Сергей. Да. Я даже не могла предположить, что с Серегой, что с Сергеем будет такой шопинг. Да я тебе уверяю. Днище. Фамилии там вообще. Вообще? Все детское. А что нам фамилия может пригодиться, как ты думаешь? Вот мне точно ничего. Мне тоже. Давай тогда не поймем, чем мы туда пойдем. Если нам... Ты сама говоришь, пойдем. Ну все, тогда пошли отсюда. Ну потому что и мне там точно ничего не надо. И мне тут тоже. Обувь мы не купили. Это как детский мир. Обувь...
Нет, сравнил. Детский мир получше будет по качеству, чем фамилия. Хотя, не знаю. Ой, кепочка мне нравится вот эта почему-то. Не знаю почему. Тебе такая нравится? Нет? А нам еще надо обувь, знаешь, на что купить? В школу переобуваться. Ты в курсе? Во что ты будешь переобуваться? Одно дело купить, бегать, ладно. Давай тогда будем заходить во все... Я знаю, здесь еще рядом есть еще обувь, но там дорогая обувь. Поэтому если... Нет, если мы ее будем покупать, то ты будешь ходить в ней, ну, нормально. На футбол надо что-то отдельно купить. Я же говорю, будет. А еще нам надо отдельно что-то купить в школу. Что-то я увидела, мы тут зашли в магазин, он называется... О... Как он называется? Оджи. Оджи. Какой-то Оджи. Оди, Оджи. Короче, мне вот эта футболочка так понравилась, классно. Тут, кстати, много классных вещей. И такие по качеству хорошие тоже. Вот, смотри, например, 900 рублей. Скажи, что это у нас? Поло. На поло похоже. Футболка. 900 рублей всего. Вот, XL, это твой размер. Сереж, я вижу. Давай. Блин, ну почему они такие длинные, как платье? Ну что, короче-то нельзя сделать? Или просто... А что у нас больше, меньше, L-ка или M-ка? M-ка. Да, господи, она длиннющая просто. А вот и белая, кстати. Вот. Вот это идеально бы подошло. 1400. Я имею в виду на 1 сентября. И она такая красивая. Это рубашка. Я думала, это поло, футболка, это рубашка. Вот это сейчас можно померить, если мы найдем твой размер. Это S-ка, это M-ка. Так, а что по длине? О, и по длине вроде бы нормально так. Ну нет, блин. А, это, кстати, это поло. Это рубашка, а это футболка. А, так, что вот это у нас за размер тут? Мэн. Понятно, что мэн. Что за мэн? М-ка, М-ка. Так. Вот это вот она сделана рубашкой. Мам. Да, я здесь. Подожди. Что? Так, мы тут ходили, блуждали тут и выбрали. Холодное кофе. Да, да, да. Холодное кофе. Я себе заказала Bubble Tea Latte. 470 миллилитров, стоит 300 рублей. А Сереж себе заказал молочный коктейль с малиновым сиропом. Да. Еще какой-то он печеньку себе купил непонятную за 60 рублей. Вкусная, да? Она вкусная? Что-то Сергей проголодался здесь тут при входе. Кафешка новая открылась. Кофе. Кофе-вэй. Кофе-вэй – это кофе на вынос, да? Угу. Федеральная сеть кофейных баров. Она... Тут с Серегой нашли два VIP-места. И вот нам интересно, можем мы здесь посидеть? Да, тут чисто два места таких. Как раз для нас. Да, Сереж? Мы с VIP-ы. VIP-ы, да. Мы VIP. Мы выпили. О, тут такие. Но все равно как-то тут не предусмотрено. Ну, что ты там открыл? Ой, какая вкусняшечка, я уже вижу тут. Похудение начинается, блин. Ну, это мы потом выкинем, ладно. Я уже предчувствую, что оно очень вкусное. Очень. Тут какие-то... Что это? Что это? Шоколадные какие-то конфетки, что ли, да? Нет, это шоколадные... Напиток шарики. Тот, который шарики. А, это тот, который я айсберг покупала на море. Да, да, да. И там такие же, я помню, были. А у тебя с малиновым сиропом. А где малиновый сироп? Ты видела? Уже там. Уже там? Ну и как? Офигенно. Вкусный? Он как еще шоколадный. Ой, эти шарики лопаются. Я знаю. Я думала, они шоколадные, они не шоколадные, попробуй. Они лопаются, это какая-то желешка, что ли, это. Ой, я больше не люблю. Да ладно, ты сейчас прям так скрючилась, как будто это тебе там в рот наложили. Не, просто я не ожидала, что они лопаются. Короче, вот эти вот кружочки, они лопаются. Прикольно. Вообще вот Bubble Tea это считается чаем. Да? Но ладно, здесь... пей свой. Можно я попробую? Да, коктейль. Попробую.
Ну, вкусы, конечно, прикольные. Mm-hmm. Ну, вкусненькие, вкусненькие. Только я не чувствую малины, если честно. Ну, так, чуть-чуть, прям слегка. Так. Используется молоко Брянского молочного комбината. Брянску привет. Хей-йоу. Сеть кофейных баров. Мы тут сидим, смотрим, как меняют деньги, продают айфоны, чехлы на айфоны. 3000 стоит. Чехол? Обычный. Вот этот кожаный? А нет. Кожаный? Кожаный? 2000 стоит? Нормально. К сожалению, Сергей не наелся молочным коктейлем. Мы заказали еще вот датский хот-дог. Стоим, ждем. Ну, в соседней палатке кофейной. Просто там не было. Мы обошли все магазины и поняли, что обувь мы Сереге не найдем. У него очень высокий подъем. Очень. И из-за этого у нас проблемы. У нас не сходится язычок, да? Вот, ну, вы поняли, да, где язычок вот этот не сходится. То там зауженные, то слишком узкие, то язычок этот не сходит. Да, конечно, выкидывай. А что это? И мы решили пойти пешком... А, ну, конечно, выкидывай. И мы решили пойти пешком в спортмастер. Так что идем в спортмастер. Просто мы еще в аптеку зашли, купили капли, а то у меня уже нос нифига не дышит. А нам еще идти. Ты уверен, что нам пешком идти? Может, мы на автобусе бы поехали, не? Нет. Ну, ладно. Ну, да, правильно, надо ходить, правильно? Надо больше ходить. Согласна. Я помню, здесь хороший магазин был продуктовый. Аптека «Планета здоровья». Ой, а я там хотела в какой-то магазин, помнишь, зайти, русские травы нет, какие? Нет, ладно, это, ладно. Ладно, я в следующий раз сама. Еще я сама в следующий раз приеду.